Всем привет, вышла новая версия Dark Riddle 2 Mars. Давайте ее проходить. Стартуем. Мы прилетели с Земли на Марс. Разбились. Тот самый главный герой мальчик, нам известный. Сейчас будем внимательно смотреть локацию. Найти Мэри, смотрите, задача. Я специально сделал полупрозрачный интерфейс, чтобы подсказки от игры-то видеть. Платформа, здесь должен был быть дом. Но у нас дома еще здесь нет. Смотрите, вот специальное устройство для сохранения игры. Сосед ходит и нас не заметит, но... Судя по конфетам, Мэри находится в доме соседа. Давайте сначала полностью всю локацию изучим. Яблоко. Поднимается, ну-ка, если бросить. На. Нормально. Об щеку ему разбил. Hello. Мистер Цао. Деньги. У нас денег как будто бы нет, смотрите. Нельзя ничего покупать. Hello. Замораживающий робот. Меня не видит. Хорошо. Так, а это что за устройство красное? Какой-то ремонтный чемоданчик. Ничего себе. Инопланетное устройство. Ничего нельзя сделать, кнопки. Нашли планшет. Что нам там скажут? Если вы читаете это, значит, я не смогла вернуться. Пожалуйста, найдите способ остановить крабов и соседа, пока не стало слишком поздно. У нас сообщения пишутся на планшетах. Крабов и соседа. Здесь мы побывали. Сосед меня ищет, смотрите. Теплица. Летающая тарелка. Так, еще планшет нашел. Несуйте свой нос туда, где ему не место. Иногда лучше оставаться в неведении. Ваш сосед. Это уже сообщение от соседа. Он не хочет, чтобы мы кого-либо вызволяли. Так, передатчик. Он меня почему-то сдал. Давайте его спрячем. Вот сюда. На. Закинули. Сосед ходит по инопланетным растениям. Скутер с пушкой. Не пригодится. Полицейский. Какой-то химический завод. Химикаты прям выливаются на землю. Так. Мы кашляем. Но похоже не погибаем. А если здесь залезть? Дом соседа потом изучим. PD Central. Это почта, похоже. Нашли цветочек ядовитый. Его можно будет забрать. Забрали, ну-ка, батарейки. Тоже не помешают. Что у нас в заданиях? Найти Мэри просто. Подсказку пока что не берем. Это почта, дальше идти нельзя. Кстати, это ядовитое растение я уже пробовал брать, когда настраивал джойстики. Вот в этой почте можно крутить рулетку и вам дадут какое-то улучшение. Читаем. Мы из Strange Hill хотели бы исследовать ваш мир и крабов. Может быть, вместе мы сможем найти способ обеспечить мир между нашими мирами. Хорошо. Инопланетное сообщение. Смотрите, статуя соседа. А если мы с вами заберемся дальше, то мы, получается, увидим всего соседа. Смотрите, я почти соседа собрал. Подпрыгиваем. Сосед собранный. И... Вот... Я был на статуе. Все. Давайте уже теперь переходить в дом соседа. Куча яблок, конфеты. Где Мэри-то, может быть? Конфетка. Он ее, похоже, заманил на сладости. Камера. Меня спалила. Кнопка. Так. Сосед придет. Смотрите-ка. Летающая тарелка, воткнутая в стену. Вот это у него стильный дом. Полочки все выдвигаем. Кстати, вторую не выдвинул. Ничего там нет. На кухне, возможно, найдем какие-то ключи. Кто меня заметил? В холодильнике, что ли, датчик стоит? Ловушка. Давайте ловушку поставим прямо на входе. Ключик нашел. На, попадайся. Враг парализован на 10 секунд. Зеленый ключик.
Значит, зеленого замка. Так, здесь тебя нужно перекусить. Мы еще не все проверили. Вот теперь все. Подъемный кран. Ну-ка еще раз. Кнопка. Вот зеленый замок, отлично. Тут все в датчиках. Невозможно было бы пройти. Вот ты, да? Да, тоже кидаем куда-нибудь вот сюда. Катаны. Марсианские растения. Почему соседу не хватает только лишь теплицы? Зачем ему еще растения дома? Все выдвигается. Что? Ну-ка, наверх. Мне что, получается залезать по полочкам? Смотрите-ка, это как лестница. То есть мы нижнюю открываем и прыгаем, да? Итак, запрыгиваем дальше. А, все. Это максимум. Дома у соседа, похоже, ничего нет. Вообще пустой дом. Фотография инопланетянина. Как он связан с инопланетянами-то? Так, а почему-то устройство продолжает кричать. Найдите Мэри. Камера меня сдала. Батарейка. Ее видели ранее. Так, кстати, может яблоком запулить? Не попал. Сосед пришел. Изучаем следующие этажи. Это столовка. Еще ловушка. На сложности меня бы уже 100 раз поймали. Давай, 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 подвигайся. Мы еще Мэри с вами не нашли. Она может быть ведь в одном из шкафов. Какой-то механизм. Ах ты, 9 секунд. Что? Вот так? В смысле, а куда... Понятно. Соединяем, быстрей. Йоу, сейчас успею. Давай быстрей. Вот так, ты победил. Камера отключена. Какая? Я же где-то еще такое же устройство видел. Вот эта камера, похоже, отключена. Давайте внизу такую же головоломку решим. Где ж ты была-то? Вот щиток. Решаем. Быстрей. Супер топ. Ах ты, провода идут к ней. Все, она забаговалась конкретно. Если меня камера уже увидела, то не прекращать шуметь. Мэри нашли. Палочку предлагаем. А, чтобы она сломалась внутри? Нужно какое-то зеркало-радар или леденец специальный, электронный. Помогите Мэри найти леденец, но мы уже видели его. Допустим, я его найду. Еще батарейки. Ну, куча батареек. Леденец нам уже показывали. И мы сами его находили. Так, а если я батарейку запалю в стекло? Разбили. Выпрыгиваем. Снаружи дома соседа мы еще не были. Батарейка, да, забирайся. Подъемник. Ну-ка, изучаем его. Мне нужна ключ-карта для крана. У нас ее еще нет. Сосед, привет. Путаем его. Дом соседа слегка изменен. Вот леденец. У нас с него ключа нет. Закрыто. Видите? Это кибер-леденец. У него передняя часть раскрывается. И дальше будет спрятана микросхема. Нам это показали в ролике с Мэри. Давайте искать синий ключ. Куча камер, да, мы бы не прошли их никак. Пультовая, синий ключ. Помогите Мэри найти леденец. Везде, кстати, изображение инопланетян. Ты где был? Синий ключ, все. Сейчас Мэри получит леденец. Ключик можно выбросить. И до Мэри. Все, Мэри, мы тебе принесли леденец. То есть это леденец, ключ, карта. Бам, смотрите, раскрывается. Она даже знает код разблокировки. Не сработало. Используйте кран, чтобы помочь Мэри спастись. Нам нужна ключ-карта от крана. Ты не здесь ли лежишь где-нибудь? Камеры.
с камеры. Ничего полезного не показывают. Телек, так, мы тебя не преодолеем, похоже. Вот карта, да? А, нет. Какие-то пластинки. А летающая тарелка, возможно, активная, смотрите-ка. Там есть целое кресло. Нет. Не открывается купол никак. Ключ-карта от крана нужна? А где тебя искать? Вот видите, по этим ящикам можно залезть на второй этаж. Раньше к соседу мы залезали по лестнице, по стремянке. Ключ-карта от крана. Может быть, здесь есть и верхний этаж? Сейчас проверим. Так, здесь только полочек. Пока бы мы искали нужный предмет, нас бы сосед уже давно поймал. Шкафчик, о, ванную мы еще не посещали. Мы такого маленького роста. Парализован я, смотрите-ка. А, так все что ли, погиб? Раз парализовался, похоже. В воду наступать нельзя. Она под напряжением. Быстрее выпрыгивай. А куда можно? Так, может быть, в холодильнике? Давайте достанем батарейку. Ой, нет. Ну-ка, тобой разбить. Можно. Заморожен. Сам себя заморозил. Разморозились. Сейчас буду парализован, мне кажется. А если до ванны допрыгнуть? Ё, отлично смог. На, сосед. Заморозили. Можно, видите, прям в соседа кидать. Нужна карточка. Ну-ка, давайте Мэри заморозим. Нет. Не морозь меня. Мэри. Карта от крана. На столике ничего. Так, а как попасть на саму крышу? Раньше ведь можно было. Есть еще верхние этажи. Выпрыгивай. Не успели меня парализовать. Есть ведь еще верхний этаж. Где лестница? Так, а ну-ка, то стекло можно разбить? На. Кидаем. Можно. Ну как туда попасть-то? Давайте весь дом оббежим. А, вот у нас что здесь есть. Смотрите-ка. Мне нужна ключ-карта для крана. Вот куда ты ставишься. И мы, получается, будем решетку с Мэри прямо вытаскивать из дома. У нас, получается, лестница на третий этаж или даже на крышу является краном. Но где сама ключ-карта, я не могу знать. О, полицейский ходит спокойненько по химикатам. Опа, она открыта. Мастерская. Но по итогу не открыта. Можем ключ-карту, в принципе, найти. А, подсказку возьмем. Кран стоит на заднем дворе, конечно, и что? Найдите ключ-карту, чтобы активировать кран. Следуй за зеленой стрелкой, все. Нам сейчас покажут, где находится ключ-карта. Смотрите. Две подсказки были просто бесполезными. На первом этаже она. И где ж ты была? Прям на виду? Батарейки собираем. Прямо на виду. Она вот где, смотрите-ка. Используйте кран, чтобы спасти Мэри. Сейчас нас просто ведут уже туда, на. Батарейки не важны. Ставим ключ-карту. И как мы ее спасем? В левом верхнем углу отображается количество жизней. Понятно, допустим.
А как налево-то поворачиваться? Почему он постоянно в одно место? А, мне просто нельзя задевать ничего. Видите? Предметы нельзя задевать, понятно. Это как Flappy Bird. И тебя, да, нельзя задевать, скорее всего? И конус нельзя. Вниз. Давай. Ах ты. Мы могли схватить временно. Нужно перемещать мышку быстрее, быстрее. Его задел. Сейчас, смотрите, она быстрее, что ли, уже крутится? Магнит. Успела схватить. Ничего себе задание. Ах ты. Прям через пролом в стене. Спасли мы Мэри. Ой. И куда? Ничего себе. Так это так опасно. Давайте на этом видео закончим. Мы сегодня спасли Мэри в Dark Riddle 2 Mars. С вами был Топси. Всем пока.